Мероприятие проходит с 1 декабря. Согласно постановлению главы города Анапа, в обходе участвуют представители мэрии, социальные работники, сотрудники пожарного надзора и полиции. Специалисты смотрят за обстановкой в семье, а также достатком. Помечают, что можно сделать и чем помочь. Часто помогают одеждой, предметами первой необходимости. Проводят консультации по оформлению социальных выплат. Рассказывают о формах детского досуга. Особое внимание противопожарной безопасности, состоянию газового оборудования и традиционных печей. Одинокой многодетной маме за счет местной администрации заменили всю проводку в доме. На сегодняшний день посетили более 90 из 124 семей, которым требуется дополнительное внимание. Мероприятия подобного рода, которые проводятся у нас по всему Краснодарскому краю, они, конечно, приводят к определенным результатам. Хочу сказать, что в прошлом году семей, где мы находили газовые баллоны, где не было топочных листов, где валялось очень много разной одежды под печкой, на печке, около печки и так далее, этих семей было больше. Профилактические мероприятия, которые проводят и представители социальных служб, и инспекторы пожнадзора, и инспекторы ОПДН, они дают определенные результаты, и наши семьи, которых мы посещаем ежегодно, сегодня делают все меньше и меньше вот таких ошибок.